Приветствую вас, уважаемые зрители. Сейчас эксперимент буду проводить. Почему-то у меня, когда открываю пробку расширительного бачка, оттуда начинает идти антифриз. Прям шубой выходит. Вот, заскрипела старушка. Смотрите, антифриз есть. Сейчас начну открывать. Вот видите, что происходит? Такого не должно быть. Либо воздух, либо пробита прокладка. Мне вчера на стриме ребята подсказали, Владимир. Говорит, купи презерватив, одень, заведи машину. Если будет надуваться, значит просекает прокладку и газы идут. Вот сейчас мы будем проверять. Но я надеюсь, это пробка. Пробку новую заменил. Еще антифриз такой поганый. Я тут подливал пару раз. Открываю крышку, а там каша какая-то. Ну вот что это такое? Это ненормально. Вот когда останавливаюсь, и сразу отсюда идет буль-буль-буль, такие бульбушки прямо, знаете, слышно, прямо они идут. Я там купил 5 литров антифриза на всякий случай. Ну сколько можно? Это такого не было. Задолбало. Ну сейчас подожду, потом открою. Сейчас попробую на заведенный. На заведенный получается лучше. Во, видите как? На заведенной получилось. Вот, смотрите, что за херня, каша реальная какая-то. Что за антифриз продают? Смотрите, ну что это за антифриз? Антифриз вот купил, буду подливать. Купил презервативы за 30 рублей, самый дешевый, но для эксперимента пойдет. Бывает прокладка, когда пробивается. О. Вот туда смотри. Воздушный. Да, газы идут и начинает поднимать. Да, я снимаю. Смотрите, друзья, что происходит. Это антифриз. Вот, посмотри, какая херня происходит. Есть у тебя там салфетки какие-нибудь? Принеси. Или ну, тряпочку. Бумагу надо. Да, она будет разваливаться. Какую-нибудь тряпочку найди себе. Вот так, друзья, сейчас погазуем. Ёбаный в рот. Вы видали, что получилось? Вентилятор сработал. О, блядь. Что это было? Где призик-то делся? Он не туда упал. Бля, куда он упал? Сань, она закипела, я ее заглушил. И презерватив куда-то шлепнулся. Не знаю, давай другой наденем. Пойди там в машине другой возьми. Дверц? А почему оно у меня закипело, я не пойму. Оно у меня никогда не кипело. Так что, друзья, вот херня какая-то происходит. У кого есть какие мысли по этому поводу, пишите. Электрофан поехал. А что, пусть. Привет, бандит, подстригся. Где моя машинка? Дом сейчас. Что Саню не подстригли? Саня сейчас. Какой Саня стоит? А. Смотри, если моя машинка поломается, или кто-то свернет ей шею, вы знаете, что может с вами произойти. Понял? Это предупреждение. Так, газовать опасно. А? Иди сюда, на, держи камеру, я одену. Шарики для взрослых. Ёп, вот эти шарики, видишь, порвался сразу. Покажи ближе.
Видите, какие шарики, друзья? Осторожно, значит. За 30 рублей означает, что не надо покупать. Чего ты смеешься? А? Подожди, куда поехал? Слышь? Брось велосипед, иди сюда, снимай. Держи. Вот за это держи. Сейчас следующий будем. Я эксперимент делаю. Если сейчас презерватив надуется, значит прокладка где-то просекает и газы идут в расширительный бачок. Ёпперсеты, блин. Горбокс. Короче, эксперимента не получится. Порвался. Держи. Видите, тут как она будет работать, если такая грязь. Надо зубочистку или спичку, чтобы прочистить рот. Вот видишь? Вижу. Тебе есть спичка какая-нибудь? Дома. Этот клапан работает, вот видите. Куда ты снимаешь? Ниже. Видите, нажимается. Тебе научить репортажи делать, что ли? Загудел. Возьми спичку, принеси, сейчас почистим это. Мы снимали. Привет. На, выкини отсюда. Че ты мне даешь такие вещи? Да выкини, не надо, блядь, у меня просто не в кармане. Надо, я говорю, не надо. Да это эксперимент вещи, делал там. Я. А я тут при чем? Три штуки потратил. Ты дурачок реально, смело. Выкини, Роме не показывай, а то скажешь. Только не надо. Только не надо здесь бросать. Я сейчас. Это я на бачок надевал. А мне что ты их даешь? Почисти его здесь, пожалуйста, спичкой. На. У меня нет спичек. Ну принеси. На, быстрее. Держи, чисти. Потихоньку. Начинает он. Смотрите, как там. Она кипит. Да, я знаю, что. Вон, смотри, она там прям в этом. Сань, выключи, подожди. Подожди. Отойди, мелкий, быстро. Я вижу, она прям, когда газуешь, она выходит туда вверх. Но если что, заглушь, только это, брось. А, не, она сработал вентилятор. Вот она, жидкость. На, еще чисти, видишь, вылезла. Ну вот мне сказали, говорит, минут 15-20, чтобы поработала, может выйдет пробка. Здорово. Что ты газуешь? Да эксперимент проводил. Молодец. Держи. Держи. А что ты приехал, она закипела? Да она не кипела ничего, просто, Ром, а, что-то не то. Показывает. Новая крышка, может она и не работает. Тут знаешь, сколько смолы было? Она уже литра, литр, наверное, залил. По меткам, где по рубец? Да. Это минимум, максимум вот. Вот так, друзья, купите ваз и будете с ним, с презервативами ебаться. Контактировать, сам, ребенок. Да он больше меня знает. Да? Это ребенок. А? Знаешь что? А не мог он, Дим, какой-нибудь патрубки собраться вот так на стенках, как сосуда? Да. Нет? Там патрубки вот такие вот.
Да фиг его знает. Тут соты, либо в печке, либо в радиаторе. Да. Смотри, когда ну, вентилятор... Это тоже снято, да? Да, это она соскочила. А вот эту что не видит? Да я ее выбросил. Вот сюда засунул. Да нахер она нужна? Ну она пульс сосет оттуда, а то она под верхом не сосет. Ну я поставлю. Видишь, работает вентилятор, по большому кругу идет. Она может идет по большому кругу, но где-то ну, препятствия ей мешают. Не работает. Что-то ребята говорили, мою поставили. Как вы? А ты работал? Ну, знаешь, где взял? А? Воскресенский скрутил. Кто, Рома? Да. Со старой девятки. Сейчас запчасти еще продают херовые. У него желтая, по-моему, такая. Ладно, здорово. Да снимай, а курить. Мне вот. Такая же, Ром, ты что меньше? Такая? Снимай. Будем разбирать твою девятину. Давай я поезжу сегодня на твоей, а ты на моей. А ну у тебя. Смотри, еле. Не трогай ничего, да она все работает. Да ладно, работает. Ну пусть пока поработает еще. На ее протри. Учись машины ремонтировать. Я умею, я тут раз вообще из колбанка на раздельчике делаю машину. Он да? В дерево влез, жучки давал, наверное, на седьмой момент. Прям пацан залез, он этот, пошел, залез на крышу. Выговаривай стал. Четко слова, чтобы слышно было. На крышу встал и поехали. Он слетел, блин, и за нами носился. Мы когда уже на костер заехали, прям машину с дерева. Ясно. Смотри, уже поднимается. Видишь, сколько поднялось? О! Видишь, вентилятор включился, начала понижаться. Так быстро опускается. Руки грязные. Зачем ты ее заводил? Выключай, блядь. А, сука. Вентилятор сработал поздно. Ёбаный в рот, блядь. Вентилятор срабатывает, что-то... Ну, пробку закрой. Да, она уже... Не подходишь? Да нет, она бывает закипает, бывает не закипает. Закрой мою пробку. Да я же эксперимент провожу, она, видишь, потекло. Видишь, потекло, звучит, блядь, пробка. Причем здесь пробка? Она, вентилятор на несколько секунд не успевает включаться раньше. Ебаная Кончита, блядь, а не машина. Кто будет покупать, друзья? Продаю нахуй. Со всеми потрохами. Да больше не подливаем. Кого оно ушло там, блядь? Литр. Заведи машину. Сейчас я закручу и пусть она так будет. Иди. А, привет. Закрути меня сразу. Да. Сейчас подолишь. Вот Кончита, блядь. Да? Сейчас залью, закручу и больше не буду экспериментировать. Работает она и хер с ней. Пока... Да, это парит. Пока наружу не вылезет проблема. А ты шарик возьми, нажми, так на день он надо. Вот я боюсь на море, если поеду, там же в Сочи жарко. Ой, куда я налил, столько много. Закрути. Держи. В багажник? Не, пока не надо багажник ставить. Как она только начнет подниматься, мы ее будем закручивать. Сейчас газанем. О, что-то там за колебание происходит. Сейчас, если будет подниматься, я закручу сразу.
Самое главное успеть закрутить, то руки затрясутся, блядь, и вылить. Давай я попробую. Не, я, наверное, ее... Ну ладно, пусть чуть-чуть открыто будет. Блять, я боюсь, что не успею закрыть, надо на один оборот закрутить. О, вот, видишь? А этот не включается. Вот сейчас бы она полезла, все, потекло. А этот еще молчит, дай себе. Вот так, друзья, видите, какая херня. Почему он не включается, она уже льется. Ну что, что-то не то. Что здесь? Термостат поменял. Патрубки все менял. Что-то еще. Антифриз менял. Новый. Радиатор до меня меняли вроде бы. Либо этот меняли, либо печной, не помню. Или обоих меняли. Что за проблема? Кто подскажет? Вот, только включился. А там уже зашкаливает, наверное. Ну да, вот видите. Ровно она тихо работает. Да? Чек горит. Чек, кто горит, тот тут. Когда пробка закрыта, она спасает. И не закипает. Все работает, вентилятор сбивает температуру. Не знаю, чем с этим связано. Смотрите, полный расширительный бачок. Как бы мне патрубки не посорвало. Может, даже говорят, еще этот лопнет от давления. Ну, пробка Романа, попробуем поездить с Романой пробкой. Сейчас чуть приоткручу, сразу начнет ползти, литься. Вот, шипит. А, не, с Романой крышкой ничего не происходит такого, как с моей. Возможно, и крышка. Видели? Нет. А, не, это у меня жена в заглушенной машине, она так поднималась. Воздух сошел. Сейчас еще поработаем. Я не знаю. Не, ну она так работает, Сань. Ну, потому что почему-то она... Собирается воздух, много его. Такого раньше не было. О, бежит. Видите, пошло. Сколько времени? Ладно, эксперимент, короче, считаю неудачным. Пусть ездит и ездит. Не буду мешать машине работать. Ром, завтра пробку отдам, поезжу с твоей. Чайка работает, работает. Вентилятор сразу включился. Все, друзья.